пробежимся по типности НЛО. Вот этот, что завис над лесом, мерцает разноцветными цветами. Всеми цветами радуги. Зеленый, красный, фиолетовый. И вот тут есть, сейчас выше покажу. Есть, короче, завис тут по такой, блядь, ярко-желтый цвет. Вот сейчас переведу камеру. Вот этот другой. Вот этот. Ага, вот. Вот этот, да? Вот этот желтый. Желтоватого цвета. Ага. Ебать. Видно по кругу такой. Переливается. Ага, прям видно у него корпус. Корпус такой типа стальной. А вокруг него бегают огни. Короче, еще мне хотел сказать. Я так понимаю, что цвет корабля — это зависимости от типности корабля. Какие стратегические задачи он будет производить, допустим, чтобы их со стороны распределять, информативно несет информацию, допустим, если желтый цвет, то это, скорее всего, может быть транспортный, потому что переливается разными цветами, я показывал, это может быть разведывательный. То есть в зависимости от типности, от цвета корабля. Каждый корабль